В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Лично узнать, как дела, и решить проблемы на месте. Представители власти побывали по трем адресам в рамках проекта «Прогулки по городу». Работы ведутся, и исполнительная власть на месте исполняет свои возложенные на нее задачи. На станции Расторгуева прошел рейд по соблюдению масочного режима. Мы не знаем, где мы можем подхватить эту заразу, можем передать им, сами не понять, как это случается. Поэтому необходимо соблюдать масочный режим. Дорогой подарок. Ключи от новой квартиры вручили юной Александре Пироговой, оставшейся без попечения родителей. Я считаю, что это некая такая миссия, обязанность государства это делать, поэтому всегда радостно. Улица Школьная, Малый Тарычевский пруд и дом 25 по проспекту Ленинского комсомола. Сразу три адреса в рамках реализации проекта партии «Единая Россия. Прогулки по городу» посетили депутат Московской областной думы Юрий Липатов и глава муниципалитета Алексей Спасский. Подробнее в нашем сюжете. Обход территории депутат Московской областной думы Юрий Липатов и глава муниципалитета Алексей Спаскин на этот раз начали с улицы Школьной. Здесь проводятся ремонтные работы по расширению дорожного полотна, которые планируется завершить до 1 декабря этого года. Полноценная полоса для движения в ту сторону, она дойдет до кругового движения на перекрестке со Старонагорной улицей, а дальше она уже и так двухполосная. Второй точкой на карте прогулки стал Малый Тарычевский пруд около ЖК «Зеленые аллеи». Здесь планируется благоустроить прибрежную территорию. До конца года будет завершено проектирование, после чего приступят к дальнейшей работе, войдя в государственную программу формирования комфортной городской среды. Прогулочные маршруты, веломаршруты, соответственно, дальше места отдыха жителей, в том числе спортивные, для спортивного досуга, для амфитеатра, зрительной зоны. Здесь непосредственно предусмотрена такая смотровая площадка. Затем Юрий Липатов поговорил с жителями дома 25 на проспекте Ленинского комсомола. В 2017 году в высотке обновили входные группы, но, увы, не заменили двери. Двери входные у нас страшные, вид-то хороший дома. Потом внутри тоже хорошо, тепло, все, дом теплый, хороший. А двери металлические никуда не годят. Также жители пожаловались на ошибки в начислениях квартплаты от Мособлъеирц. Представитель управляющей компании заявил, что о проблеме знает и держит ситуацию на контроле. Держим на контроле вопросы, связанные там с ошибками в начислении. Вот там какие-то шероховатости есть по Мособлъеирц. И вот договорились с Мособлъеирц. У нас в здании теперь раз в неделю по понедельникам будет работать их представитель и принимать население. Такие обходы территории Московской области осуществляются в рамках реализации проекта «Прогулки по городу» партии «Единая Россия». Юрий Липатов подчеркнул, что их цель – контролировать, как идет выполнение программных задач, поставленных правительством Московской области. Работы ведутся, и исполнительная власть на месте исполняет свои возложенные на нее задачи. Конечно, Московская область по многим вопросам стоит впереди всех субъектов Российской Федерации, в том числе и в решении задач, связанных с благоустройством территории и, так сказать, вообще в целом жилищно-коммунальных услуг в целом. Теперь мы посмотрели несколько точек, да, что-то из них совершенно локально и будет устранено, поправлено там или переоборудовано в прям ближайшее время. Что-то давно назрело, как-то реконструкция дорожной сети внутри старого города, что-то работа на перспективу, на то благоустройство, которое состоится там в 21-м, 22-м, 23-м году, но без этой работы тоже нельзя. Юрий Липатов взял все озвученные вопросы под личный контроль и заверил, что скоро приедет в Ленинский городской округ с проверкой вновь. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Сотрудники администрации Ленинского городского округа вместе с общественниками муниципалитета провели рейд по соблюдению масочного режима на железнодорожной станции Расторгуева. Пассажирам, передвигающимся без средств защиты, участники проверки предлагали бесплатно взять маску и сразу ее надеть. О результатах рейда расскажет Юлия Погосян. Общественное место нужно обязательно в маске ходить, а то штраф за это предусмотрен. И берегите себя и своих близких. Борьба с коронавирусом продолжается. Вирус никуда не делся. Сейчас в Московской области наблюдается рост заболеваний, поэтому властями возобновляется ряд ограничений. Одно из них – обязательное ношение масок в общественных местах. В частности, на железной дороге. Не только в вагонах электричек, но и на платформах, несмотря на то, что это улица.
Управление транспорта и дорожного хозяйства по задаче Министерства транспорта проводит мониторинг соблюдения масочного режима на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе на железных дорогах. У нас ежедневно работает около 50 человек-волонтеров, которые проводят профилактические беседы с теми, кто не соблюдает масочный режим, ну и раздают бесплатно маски для того, чтобы люди могли ими воспользоваться. На днях общественники проверили соблюдение масочного режима на железнодорожной станции Расторгуева. Удивительно, но многие пассажиры, которые передвигались без средств индивидуальной защиты, от подарка в виде маски отказались, аргументируя тем, что есть своя правда, лежит в кармане. Вы вот без масочки, мы вам хотим... Ну, оденьте, потому что уже на станции, вы в общественном месте, и вас не пустят ни в электричку в маске, либо наложат штраф в виде 5000 рублей. Нет, просто маска. Все, спасибо большое. Вы оденьте сумки. Обезопасить себя и обезопасить окружающих, которые находятся рядом с тобой. Мы не знаем, где мы можем подхватить эту заразу, можем передать им, сами не понять, как это случается. Поэтому необходимо соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию, чтобы предотвратить массовое заражение. Результатами рейда общественники остались довольны. Большинство пассажиров к делу подходят ответственно. Сейчас все чихают, все кашляют, и распространение микробов гораздо меньше. Только в общественном транспорте. На улице возможно, что не нужно. Я хочу обратиться ко всем жителям Подмосковья с просьбой надевать маски, не игнорировать масочный режим, потому что мы должны заботиться не только о себе, но и о своих близких, и о своих знакомых, своих родных. Соблюдать правила безопасности не так и сложно. Сейчас маски и перчатки стоят недорого, по крайней мере, дешевле, чем лекарства. А уж тем более не сравнить с ценой жизни. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе в РКБ Елена Зинатулина. Елена Валентиновна, добрый день. Добрый день. К сожалению, цифры статистики по коронавирусу не очень радужные. Постоянно растет число заболевших. Как у нас в муниципалитете обстоят дела? Ну, у нас ситуация эпидемиологическая такая же напряженная, как не только в Российской Федерации, но и у нас такая же напряженная ситуация. Сегодня число случаев зараженных коронавирусной инфекцией составляет вот по сегодняшний день более 3000 человек с начала пандемии, это сейчас с февраля месяца. За прошлую неделю было зарегистрировано 248 новых случаев, но сюда входят не только жители прописанные, которые у нас в Ленинском городском округе, но и те жители, которые у нас и проживают, и москвичи, все жители из других областей, которых мы осматриваем, которым мы оказываем медицинскую помощь. Очень много заболевших, выявлено случаи заболевших среди детишек, которые посещают образовательные учреждения. Практически все школы города, во всех школах города видно, зарегистрированы были случаи ковида у детей. И у нас сегодня под наблюдением более 700 детей контактных наблюдается по ковиду. Конечно, возросло число и вызовов на дом в связи с тем, что идет и рост заболеваемости как острой респираторной вирусной инфекции, потому что сейчас, сами понимаете, осень, сезонная заболеваемость растет, так и еще распространяется, конечно, коронавирус. И вызовов у нас даже вот за понедельник было более 1000 вызовов на дом. Поэтому нами были приняты меры, чтобы своевременно как бы оказать эту помощь на дому, сократить амбулаторные приемы врачей, участковых терапевтов и вывести врачей на обслуживание на дом. Значит, жители, конечно, все обеспокоены тем, что не понимают, ковид у них или просто острая респираторная вирусная инфекция. Но самое главное, как бы вот в нынешней ситуации тоже не паниковать, а знать как бы симптомы, да, этого коронавируса. Как может сам человек распознать, обычный у него ОРВИ или коронавирус? Значит, конечно, коронавирус и ОРВИ схожи между собой симптомами, но при коронавирусе все-таки очень высокая температура, лихорадка. И эта лихорадка выше 38, 38,5 до 39, даже 40. Она очень длительная, более 5, даже 6 дней. Вот мы сейчас так наблюдаем. Очень сильная головная боль, слабость, то есть симптомы интоксикации более выражены, мышечная боль, кашель сухой и, конечно, одышка и боль в груди. Вот такие очень симптомы, это симптомы для вызова именно бригады неотложной медицинской помощи, потому что здесь нужно дифференцировать
Если при оказании медицинской помощи наши врачи видят или наши фельдшера отделения неотложной помощи видят, что сатурация очень низкая, имеется одышка больше 20, мы тогда госпитализируем этих пациентов в стационар. Вот, при все-таки острых респираторных вирусных инфекциях там все-таки температура несколько дней держится и как бы падает. Конечно, важен именно анамнез, собранный эпитанамнез. Если пациент приехал из-за границы, за рубежа, вот последние 14 дней, и появились эти симптомы, которые я назвала, то это больше похоже на ковид. И если был тесный контакт с пациентом с подтвержденным коронавирусом, у которых подтвержден лабораторно ковид-инфекция. Вот подошли, пожалуй, к самому главному вопросу. Вот человек почувствовал первые признаки. Какие правильные действия? Что, как ему нужно поступить в данной ситуации? Значит, как поступить в данной ситуации? Если у пациента все-таки вот высокая температура, она выше 38, нужно вызвать врача на дом. У нас работает телефон горячей линии, колл-центр единый по больнице, которым можно позвонить и вызвать врача на дом по телефону 8-495-541-4001. И тогда уже бригада приезжает и оказывает медицинскую помощь. Если все-таки температура до 38, мы, конечно, так носим рекомендательный характер, и, значит, нету там одышки, нету боли в груди, в таких случаях может обратиться пациент в кабинет неотложной медицинской помощи, который находится в здании детской поликлиники, 10-й кабинет, левее от центрального входа, старца здания, отдельный вход в детской поликлинике. Это для взрослого населения. Также есть кабинет неотложной помощи и для детишек. Знаю, что с сегодняшнего дня начала свою работу и горячая линия по оказанию неотложной медицинской помощи. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Да, мы, как бы проанализировав, большой анализ провели, как бы, обращений со стороны жителей в чате «Видном здоровье» и вообще, которые поступают на добродел, и поняли, что именно необходимо для жителей оказать, так скажем, аудио, такую консультацию, именно по оказанию неотложной медицинской помощи. Очень много вопросов задавалось по даже дозировкам препарата, как принимать, сколько принимать, нужно ли вызывать врача. И мы организовали именно телефон, значит, такую службу горячей линии по неотложной медицинской помощи, где работает квалифицированный уже медицинский работник, а это фельдшер с образованием медицинским, и может дать квалифицированную медицинскую помощь. В какие часы работы можно позвонить? Значит, это будни с понедельника по пятницу с 10 до 16.00. Хорошо, с жителями, которые у нас зарегистрированы в Ленинском городском округе, все понятно. Как поступать людям, которые у нас проживают, но не зарегистрированы или зарегистрированы в Москве, в других областях? Как им поступить? Значит, мы вообще, так как это неотложная медицинская помощь, все-таки жители вызывают все-таки с температурами, высокими температурами, это неотложная помощь. Никаким отказов в оказании медицинской помощи, даже тем, кто к нам не прикреплен, он не может быть. То есть мы всем оказываем медицинскую помощь. И прикрепленным, и неприкрепленным гражданам. Видновская районная клиническая больница вновь перепрофилирована под ковид. Сколько коек? Хватает ли их? Значит, в действительности мы обратно перепрофилировались под ковид на 476 коек. Койки все, конечно, занимаются, ежедневно осуществляется выписка, вот по 40-50 человек. Я слышала, что у нас открылись еще и легкие койки. Что это такое? Да, значит, это легкие койки. Туда поступают пациенты, которые не тяжелые, не требующие кислородной поддержки пациенты, которые тоже нужно лечить, снимать как бы симптомы интоксикации, но у которых сатурация, то есть насыщение кислорода в крови больше, допустим, 94, то есть не требуют кислородной поддержки, более, так скажем, с легким течением заболевания. Также туда будут поступать пациенты со стационара уже на долечивание, чтобы освобождать кислородные койки. Что ж, пожелаем нашим жителям не болеть, здоровья. Спасибо вам, что пришли. Да, хотелось бы, конечно, нашим жителям сказать, чтобы все равно соблюдали, мы очень просим соблюдать меры профилактики, все равно носить маски, обрабатывать руки, вот, соблюдать эту дистанцию, чтобы не подцепить этот ковид, коронавирусную инфекцию. А так мы всегда с жителями и готовы всегда им все помочь. А я напомню, что у нас в гостях была заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе в РКБ Елена Зинатулина. Спасибо. Спасибо.
Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский вручил ключи от новой квартиры, оставшейся без попечения родителей, Александре Пироговой. Тем самым сделав прекрасный подарок к совершеннолетию девушки. Сейчас Александра учится в 11 классе, но уже поступила в педагогический вуз и планирует в будущем стать воспитателем. А собственное жилье станет отличным подспорьем для взрослой самостоятельной жизни. Я считаю, что это некая такая миссия, обязанность государства это делать. Поэтому всегда радостно. Квартиры новостройки, квартиры абсолютно уютные. Ну и те небольшие подарки, которые мы от себя сопровождаем, вручение этих ключей, ну они, я не сомневаюсь, пригодятся в жизни. Вручение детям-сиротам ключей от квартир в новостройках уже стало хорошей традицией. В этом году 6 юношей и девушек получили жилье в микрорайоне «Пригород Лесное». Она благоустроена, уже оснащена всей сантехникой, в прекрасном микрорайоне находится, новостройки, где вся развита инфраструктура. Вот, ну и мы счастливы тоже за нашу Александру Пирогову. До конца года обладателями собственного жилья станут еще 3 молодых людей. В сентябре в правительстве Московской области 10 педагогам из нашего муниципалитета были вручены сертификаты на получение жилья в рамках программы «Социальная ипотека». Среди них учитель физики и математики Лопатинской школы Алтынай Янгишиева. Алтынай Янгишиева работает в Лопатинской школе с самого ее открытия. Учитель физики и математики переехала в Ленинский городской округ из Дагестана. Вместе с мамой и 2 детьми она снимает однокомнатную квартиру рядом с образовательным учреждением. Несмотря на удобное расположение, Алтынай Замирхановна все же мечтала о своем собственном жилье. О программе «Социальная ипотека» узнала от директора школы Инги Фархатовой. Именно при ее помощи и поддержке были собраны все необходимые документы. Какие-то официальные документы нужно было собрать с государственных учреждений. Дальше нужно было в это портфолио вложить все свои грамоты, описать их. Согласно программе, педагогам, не имеющим собственного жилья, стоимость квартиры оплачивается из бюджета Московской области, а получатель гасит только проценты по кредиту. Была встреча в Министерстве образования, где с нами разговаривали, были какие-то небольшие вопросы, на которые нужно было ответить. И там уже был отбор среди всех конкурсантов. За 11 лет своей педагогической деятельности Алтынай Янгишиева приняла участие во многих конкурсах, в том числе и во Всероссийском «Учитель будущего». Потрясающе. Мне очень нравится, как она преподает уроки физики. Они очень познавательные, очень интересные, потому что мы всегда чем-то заняты, мы всегда просматриваем видеоурок, и она нам рассказывает. Очень легко все рассказывает, и все понятно. Мы хорошо учимся с помощью нее, хорошо знаем физику. Меня больше всего заинтересовало отдел теплоты, сколько отдает энергии печь, там, к примеру. У нас недавно совсем была лабораторная работа, которую все написали хорошо. Это пока то, что всем интересно. К ученикам Алтынай Замирхановна относится как к своим детям, особенно опекая 10 А, который находится под ее классным руководством. Тем коллегам, которые приходят в школу, я советую, чтобы сразу начинали именно с класса, чтобы вовлечь себя именно в школьную жизнь, в школьную рутину. В школе ее ценят и любят не только ученики, но и коллеги. Как учитель-предметник зарекомендовала себя только с положительной стороны. Также она у нас отвечает за выполнение РДРов и ВПРов, что тоже является, я думаю, показателем ответственности и доверия с нашей стороны к ней. Пока Алтынай Янгишиева находится в поисках нового жилья. Слишком много условий и юридических тонкостей. Но какой будет квартира, она уже представляет. Одна стена будет в стеллажах с книгами. Очень люблю читать. Светлая квартира с большой кухней. Очень люблю гостей. Хочу, чтобы в этой кухне у меня был большой стол, где я буду собирать всех своих друзей, знакомых, гостей, угощать их разными блюдами. Программа социальной ипотеки реализуется в Подмосковье уже 4 года. За это время сертификаты на жилье получили более 1000 специалистов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!